Рача на чайника. Рача. Чего? Пиротевте. По-русски говори, ни хрена не понятно. Живет. Кто живет? Живет, болит, начальник. Живот болит? Понос, что ли? Не понос, начальник, а пинзец. Да как не понос-то? Вон все в туалетной бумаге. Джамшут говорит, бумага дыни пахнет, можно кушать. Этой бумаги нажрались запахом дыни, что ли? Вы что, не могли скорую вызвать, что ли, придурки? Не вызывали скорому. Они сказали, мы едем, через 2 месяца приедем. Как через 2 месяца? Вы куда звонили-то? Душанбе. Сейчас я приведу врача.